Здравствуйте! Сегодня я приготовлю свой любимый завтрак – яйцо пашот. Я испробовала много рецептов и все-таки остановилась вот на этом, который я вам сегодня покажу. Для приготовления яйца пашот мне понадобится само яйцо, 150 мл холодной воды, пол чайной ложки соли, 2 чайные ложки уксуса. Вот и все. Воду выливаем в удобную емкость, которой можно пользоваться в микроволновке, так чтобы вода не доходила сантиметра 2 до краев. Насыпаем туда соль, пол чайной ложечки, напоминаю, 2 чайные ложки уксуса, хорошенько перемешиваем. Теперь аккуратненько старайтесь влить яйцо. И теперь все это отправляем в микроволновку на 3 минуты. Через 3 минуты достаем яйцо из микроволновки. Чтобы его вытащить, вам понадобится шумовка или ложка с дырочками. Вот так аккуратненько снимаем. Вода вся стекает. И мы перекладываем на тарелочку. Теперь посмотрим, как оно внутри. Прекрасно. Как раз такой желток, как я люблю. Вот такой прекрасный завтрак можно приготовить всего за 3 минуты. Если вам понравился рецепт, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. А я вам желаю всего самого доброго и приятного аппетита!